рассказать свою историю в формате комикса и внести свою лепту в общее большое дело, заманчивые условия для любого автора и просто творческого человека. Этим и воспользовались некоторые десногорские жители. Они стали участниками городского конкурса «А было так», который устроила детская библиотека муниципалитета. В центре внимания комикса – история атомных городов. Участник конкурса – любой житель города, который написал свое авторское произведение, например, произведение о пуске первого объекта в городе Десногорске или о первом юбилейном объекте. Конкурс проходил в рамках всероссийской акции «Комикс Микс. Атомная сборка». Результатом этого мероприятия станет создание книги комиксов атомных городов, куда могут войти и работы участников из Атомграда. Участие в конкурсе всегда дает новую ступенечку в развитии личности. И неважно, кто сегодня станет первым или вторым, вы все сегодня победители. За время проведения конкурса с 27 июня по 7 сентября на суд жюри было представлено 5 работ. Все сюжеты были разные по стилю и содержанию, но центром каждой истории стал Атомград. Я хочу сказать вам слова благодарности за ваше участие. Я хочу, чтобы вы гордились тем, что вы участвовали в этом конкурсе. Это простое причине. Сегодня вы просто уникальный шаг, которого не существовало еще в пределах литературы, литературоведения, библиотечного дела. Третье место в конкурсе досталось Ольге Свистуновой за работу о строительстве Десногорска и Смоленской атомной электростанции. Второе место заняла самая юная участница конкурса Анастасия Рысева с работой в стиле фэнтези-аниме. Первое место – преподаватель художественной школы Евгения Тарасенко. Много было, конечно, мотивов, что можно было изобразить. Я выбирала самое главное, самое важное, наверное. Хотя сейчас сидела и вспоминала, думаю, можно было и это изобразить, и это. Город-то строился больше 40 лет, уже 45-летняя годовщина. Работа победителя городского конкурса будет опубликована в общем сборнике комиксов «Атомная сборка». Олег Соловьев, Григорий Шилин, Владислав Полоскин, Десна ТВ.